сейчас Маша Борзунова, она находится в другой точке Пушкинской. Она находится рядом с активистами прокремлевского движения «Серп». Вот в Твиттере пишут, что среди них есть и предполагаемо нападавший на Навального человек, который облил его зеленкой. Маш, привет. Расскажи, кто находится рядом с тобой. Да, Даша, здравствуй. Ну, действительно, вот людей на Пушкинской площади все прибывает. А я вот сейчас показываю вам как раз и движение «Серп», Гоша Тарасевич, Александр Петрунько. Вот они тоже пришли сегодня на акцию. Гоша, здравствуйте. Телеканал «Тоже прямой эфир». Почему вы решили сегодня сюда прийти? Потому что мы пришли промониторить на предмет провокации, провокационных действий. Ну, а вам не кажется, что сам ваш приход может быть расценен как провокация? Ну, так у нас же демократия, мой эгоизм. Если вы считаете, что наш приход – это провокация, то это уже нонсенс. Как это? И что, можете вот сказать, вот говорят, что оппозиция, что нет демократии, но в России нет демократии. Но ну, и считают, что есть демократия на Западе. У нас пример Каталонии, и пример тут. Каталонию полиция сбивала, тут вот спокойно дают кричат, не слышим, что там про Путина кричат, и спокойно все происходит. Так где тогда демократия? Наоборот, как раз высказываю, что хотят, пусть высказывают. Но вы, как я понимаю, против выступаете? Посмотрите, мы стоим спокойно. Праздник лидера нашего государства. Я за свободу выбора, хороший плакат, все за свободу выбора. Вот там. Александр, простите, вот как раз к вам вопрос. Алексей Навальный называл вас среди тех, кто, возможно, напал на него и облил зеленкой. Вот что вы можете сказать? Он правильно назвал среди тех, возможно. Так вот, он ошибся. Потому что он, наверное, плохо смотрел видео или доказательную базу, которая, к сожалению, не подтвердила информацию, что это был я. Вас там не было? Меня там не было. Сотрудники полиции вас опрашивали по этому поводу? Уже об этом проявляли. Да, то есть вы считаете, что вы не знаете, кто это сделал, вы к этому не... Я знаю, я уверен, что это хорошая, спровоцированная, организованная провокация самим Навальным или же его конкурентами политическими. Для чего? Ну, но все-таки ваши соратники там были, они не отрицают, что они были в этот момент. Я точно знаю, мои соратники сказали, что они позвонили, что они позвонили, что я туда приехал. Для чего это для меня? Ну, соответственно, провокация должна быть провокация для того, чтобы лично раз показать, что якобы эта организация серб была. Для чего? Ну, мы от этого ничего не выиграли. Выиграл только лишь Навальный. Поэтому нужно понимать, кому нужна была эта провокация. Спасибо большое. Ну вот движение «Серб», которое тоже сегодня пришли на акцию, которую анонсировал Алексей Навальный. И несмотря на то, что они выступают против таких акций, они называют это демократией и не считают, что они провоцируют как-то людей, которые сегодня собрались здесь на Пушкинской площади. Ну а тем временем я вот, вы видите, что начался дождь, что несмотря на это люди продолжают находиться сейчас на Пушкинской площади. Даша.